Чем полакомиться в пробке зимой? На этот вопрос нам ответит приглашенный на несколько секунд эксперт, директор гастрономического кабаре Леха. Как известно, главный ингредиент всех зимних блюд – это снег. Достаньте заднего сиденья емкость, зачерпните пригоршню осадков, найдите в бардачке что-то наподобие венчика из сгущенного молока и примените найденные артефакты по назначению. При подаче не забудьте украсить щепоткой снега и готово! Главное, чтобы снег не был желтым.